Можно я? Боже, ну что вы, ну как? Ну, после ну как? Таких реверансов, знаете, да. Или двух. Да, или да, да я тоже Книксины вот готов это вот были, вот кто это? Книксины, да, Книксины. Да, да. Маленькие, элегантненькие. А, уважаемая прекрасная дама, как вас зовут? Меня зовут Анжела Доронина, мне 8 лет. Я приехала из города Сарова, занимаюсь в детской школе искусств. Второй год. Ой. Вы с мамой приехали, с папой приехали, всей семьей? Я приехала с папой и с папиными друзьями. Вот так вот. А папины друзья тебе? Папины друзья косичку заплетали, вот эту вот синенькую ленточку. Да. Они, да? Они-то умеют, скажи, да? Вообще, ну это было, конечно, просто невероятно. Анжела, и юбочка, и ваши танцы, и то, как вы абсолютно по-бойцовски, от начала до конца, продержали всю эту невероятно энергичную песню, как совершенно взрослый артист, просто уменьшенного размера почему-то. Вдруг съел пирожок, как в «Алиса в стране чудес», и уменьшилась. Вы знаете, куда бы вы ни пошли, совершенно, я просто рад и счастлив, что вы, во-первых, приняли такое решение, прийти на это мероприятие. Да, 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 да. Вот. Просто удачи вам в этом интересном, прекрасном пути радости. Спасибо. И счастья. Если вы без мамы, то, может быть, вот как бы... Что? Что? Не хочешь мамой побыть? Я с удовольствием. На короткий... Я за нее. На какое-то время. Нет. Правильный ответ. Маму не заменишь. А, Максим, может быть, вы что-нибудь... Анжелик, ты крутая. Вот. О. Подписываемся. Может быть, тот самый момент, когда ты выберешь кого-нибудь из нас? Да. Да. Тишина. Мы все замерли в ожидании тогда. Снова замерло все до рассвета. Максиму Фадееву. Тим Шпаги. Сколько лет этой маленькой я, красивой я не мог куколке? Не повернуться, я хотел быстрее увидеть. Скорее, просто. Да. Как тебя зовут, скажи? Меня зовут Николь Алексеева. Николь Алексеева. Сколько тебе лет? Мне 6 лет. О, боже. Откуда ты приехала?
Я приехала из Литвы, город Вильнюс. Ой, прекрасно. Привет. Как, ничего себе. Замечательный город совершенно, очень красивый. Кто вам выбирал костюм, скажите, да, пожалуйста? Да, костюм Пушка. Костюм выбирала мама. А шила? А шила сестра, сестра моего друга. А, ты пользуешься знакомствами? Как друга зовут? Друга зовут Якуб. А сколько ему лет? Ему лет 7. Нормально. О, постарше, да? Во-первых, отличный, конечно, выбор песни. Очень тебе идет, и Вася абсолютно прав. Ну, невозможно, очень хотелось посмотреть, кто же исполняет эту песню. Тебе она очень подходит. Тебе самой нравится ее песня? Да. Да? Такая она веселая. И про девчонку, про такую, как ты, озорную. Скажи, пожалуйста, ты музыкой занимаешься? Да. Сама с собой или с педагогом, может быть, или мама с папой? Или с Якобом. Помогают. Или с Якобом. Мне помогает мама. Мама тоже поет? Ну, она мне помогает немного танцевать. Я опять пропустил танец. Вот, танец был, ты помнишь? Просто. Либели. А потом раз. Правильно мы? Нет? Да. Ты извини, правильно. Нам просто нужны новые фишки. Мы постоянно находимся в поиске, чтобы у кого-то что-то взять хорошего, чтобы себя в скучных программах использовать. А что ты еще поешь? Вот что-то, какую ты музыку любишь? Ну, я все музыки люблю. Все музыки люблю. Вот. Самая любимая игрушка твоя какая? Моя любимая игрушка — это мой зайчик. А как зовут его? Валерьянки. Ну, я ему еще имя не назвала. Не назвала? Просто Зайка и Зайка. Можно Василий назвать теперь. Можно просто Васька. Зайка Васька. Ну что, дорогая Николь? Шесть лет, кажется, выпал тебе непростой выбор. Непростой выбор, да. Решить, куда ты пойдешь, к злому, чародею или к прекрасной, белой, волшебной принцессе. Какой же ты злой, посмотри на себя. Не рассказывай никому. Ну что, налево пойдешь, к Вась попадешь. Направо пойдешь, к Пось попадешь. Кому пойдешь? Вы мне все нравитесь, но я... Не разбивай мне сердце! Ну подожди еще. Но... Или ты чувствуешь? Но я выбираю Пелагею. Ты кукла какая. Какая ты кукла. Привет еще раз. Я очень рада с тобой познакомиться и рада, что ты в моей команде. Да? Ты молодец. Ой, смотри, ой, какая кукла! Какая кукла! Сильнее еще! А с Валерой обниматься. Какая же ты красавица! Как стрекозка маленькая. До встречи! Провожу тебя. Какая маленькая. Обалдеть, какой ребенок. Пусть она споет еще раз. И станцует. Ребята, я несу артиста. Настоящего большого артиста несу. Ух, допёрли. Молодец. Умница, молодец, дай пять. Умница! Конечно, понимаешь, когда ты вышла в таком платье, ну, это вот нечестно, потому что это очень красиво, и у тебя сразу просто были шансы попасть в финал нашей программы. Как я раньше не догадался надеть такое платье, я даже не знаю. Я тебя поздравляю, ты готова дальше? Да. Все, ребята, спасибо вам большое, вы подарили просто несказанную радость всем нам. Спасибо большое. Спасибо большое.